Да, приветствую вас сердечно. Вот Игорь Николаевич, наш профессор, здесь у меня в гостях. И сразу вопросы, которые вы задавали. Ну, там миллион вопросов, поэтому там выбрали несколько вопросов. Можно я прочту? Конечно. Добрый день. У меня есть пара вопросов Игорю Асвецову. Могли бы вы их задать на следующей передаче? Ну, считаем, что это передача у нас. Первое. Игорь Николаевич, как физик, как вы считаете, космос бесконечен или все же есть какие-то определенные точки, по достижению которых объект может перемещаться или возвращаться в начало своего пути или на произвольное место в пространстве? Существуют ли кротовые норы в космосе? Либо же просто мы упремся в стену, за которой пространства больше нет. Какие у вас соображения по этому поводу? И второй вопрос сразу я скажу. Второй вопрос по ускорителю, это того же автора, Алексея Богомолова. Как вы сказали, уже Алексей Богомолов умер. Он забрал с собой на тот свет секреты ускорителя. Или он вам перед смертью передал чертежи ускорителя, документацию по изготовлению и так далее. Если у вас нет документации по ускорителю, то о чем мы постоянно говорим? Если же данная документация, давайте начнем его строить. Есть же машиностроительные заводы, станки, токари, и можно начать изготовлять какие-то отдельные детали, из какого металла это делается ускоритель. Разместите, пожалуйста, ссылку на документы и чертежи Алексея Богомолова по ускорителю, чтобы энтузиасты смогли с ними ознакомиться и начать его строить. Хотелось бы больше технической конкретики по ускорителю. Ну, я начну с второго вопроса, поскольку он, так сказать, не абстрактный, как первый, а конкретный, и действительно от его решения очень много зависит. Дело заключается в том, я очень много говорил действительно в ускорителе, как автор вопрос правильно заметил, но в то же время, почему он не услышал очень того, что я говорю, что ускоритель был изготовлен в Сарове. Документацию я туда передал сам. А в Сарове есть институт с очень хорошими мощностями производственными, высокоточными. Они этот ускоритель изготовили. Привезли его в Москву на испытания, потому что Богомолова туда не пускали, поскольку у него две дочки находятся за рубежом. Одна в Южной Африке, вторая в Англии. Они в советское время еще туда уехали по обмену. Поэтому передачей во время изготовления ускорителя в Сарове был я. Но на испытаниях в МИФИ Богомолов участвовал, поскольку он автор был, и он был необходим на этом этапе. Все испытали, проверили, все с ответом сошлось. То есть, как Богомолов говорил, так оно и оказалось на самом деле. Вот после этого абсолютно нам запретили работать. Мне мужики из Сарова позвонили и сказали, что приехали американцы и им передали и документацию, и ускоритель. Но, очевидно, в Сарове осталась, естественно, документация, сделали, очевидно, дубль. И, очевидно, так сказать, все технологические процессы, которые были при изготовлении американского, для американцев ускоритель, они есть сейчас. Поэтому нужно просто решение нашего руководства, чтобы этот ускоритель начали делать не только для американцев, но в первую очередь для России, а в конце концов для всего мира, потому что всему миру нужна энергетика. И как люди этого не слышат, я не могу понять. Я практически в каждом своем интервью об этом факте говорю. Поэтому ускоритель, запомните, в Сарове.
Вон там есть живым образом стоит, да, вот техническое устройство, да, в Сарове, да? Ну, ускоритель. Ну, сейчас он есть там. Очевидно, есть. Если они его могут сделать, я не знаю, сделали они для себя этот экземпляр, не сделали, но это не играет никакой роли, потому что если у них есть документация и производство, то сделать его это 5 минут. То есть они отдали этот ускоритель американцам, они что, его забрали на самолете, увезли или документацию взяли? Да нет, они образец взяли из Москвы. В Сарове они забрали. Он большой, тяжелый такой. Да, ну очевидно, зачем ускоритель-то? Они документацию взяли, они и сами могут сделать, да. У них то с технологией. А зачем наши отдали документацию американцам? Ускоритель все, не секрет. Их можно делать. Единственное, что требуется, это разрешение. А запрещают делать по той простой причине, что если этот ускоритель будет у всех, то авианосец Соединенных Штатов не отойдет от берега. Как люди не могут понять этих элементарных вещей, вот я хочу для меня загадка. Задавать такие глупые вопросы, чтобы донести то, что вы говорите, до каждого. Ваш ответ. Я буду задавать глупые вопросы специально. И второй вопрос относительно черных дыр. Не черных дыр, а Вселенной вообще, относительно Вселенной. То есть... Первый вопрос, когда вот в советское еще время, когда там материализм господствовал, очень мощно было утверждение, популярное утверждение, что мир существовал всегда. Я задавал таким людям один простой вопрос. Как вы оказались в этот момент, в этом мире, если перед вами была бесконечность? Очень простой вопрос. Раз вы есть, значит, вы когда-то были созданы. Так же, как вы откуда-то лично вылезли, так же и мир откуда-то появился. Ну, что, а если вылезли, он имеет конечное время существования, значит, от начала и до того момента, когда ты живете, скорость его распространения известна, поэтому примерно известны его размеры Вселенной. Все это простейшие вещи, не надо фантазировать, ничего. Еще раз повторяю основные тезисы. Раз мир создан, значит, был момент, когда он создан. А раз он, вот эта теория взрыва, был создан, и известно время распространения, это скорость света, то вы знаете и размеры Вселенной в данный момент. Вот и все. То есть вот эта теория взрыва правильная, да? Ну, конечно. Так нет. Ну, я еще раз задаю вопрос. Если бы он существовал всегда, там взрыв, не взрыв, какая разница, каким он... То есть он не всегда существовал? А? Вселенная существовала не всегда, да? Ну, естественно. Как вы бы в этот момент оказались здесь, если бы она всегда существовала? И перед вами была бесконечность. Как вы бы в эту точку попали? Если там бесконечность. Ну, это трудно логически представить. Почему? Это очень легко представить. Ну, если вот возьмите... Да. Представим себе бесконечность. Вот без конца, все без конца. Вот и в этой пустоте... Как это возникло? Как вы попали в эту точку? Если вы существуете, значит, и вы когда-то были созданы. И точно так же... Мир, в котором вы существовали, существуете, тоже был когда-то создан. Но он бесконечен, этот мир, или не бесконечен? Но если он был создан и распространяется конечной скоростью, он, значит, конечен. У него было начало и в данный момент размер определенный. Это элементарная логика. Этот размер можно вычислить? Это не... Так он известен всем. Его считают. Какой это размер? Ну, я не помню, естественно. Откройте интернет, посмотрите. Ну, это астрономы считают или кто? Это кто этим занимается? Ну, и те, которые занимаются астрономией. То есть, сколько он существует, примерно известно. Умножьте на скорость света, получите расстояние, к
которому к этому моменту он достиг, какой размер. А вот теория Дарвина, что люди произошли путем эволюции, как вы к этому относитесь? Какой эволюции? Ну вот, допустим, есть птички, я вот люблю смотреть, как птички летают. Это по моему мнению. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Николаевич. По моему мнению, вот птички просто необыкновенное чудо. Летают, всегда что-то клюют, где-то находят себе эту самую пищу. И летают, и в какой-то момент переглянулись, полетели дальше, что-то такое происходит. Но мне кажется, что это биороботы такие. У них работают инстинкты, в этом смысле биороботы. А человек, в отличие от птичек, или льва, или кошки, у него есть разум. И вот этот разум возник как? То есть, вот, допустим, есть теория Дарвина, что были, ну, из этих биороботов постепенно появлялись человекоподобные обезьяны, из них потом появился человек из определенных видов обезьян, таких высших, потому что там количество перешло в качество, появилось сознание. И вот человек стал иметь разум. Так вот этот момент, теория Дарвина. Кто-то отрицает, потому что им непонятно, как это из животных мог человек появиться. А там доказывают тем, что у него есть рудименты. Например, копчик. Это как раз-таки потом хвост отвалился, копчик остался. У него легкие также устроены, у него там световосприятие, у него слух, так как у многих животных. У них разные эти способности. Но в целом получается, эмбрион как расположен в чреве у матери, как он рождается. Ну, там много у него таких косвенных признаков, указывающих, что эта биологическая жизнь развивалась в определенной закономерности. А есть люди, которые говорят, нет, Адам сразу появился среди никаких там животных, и все ему было отдано на владение и так далее. Это религиозная картина мира, а это научная картина мира. Это две картины мира. Да все просто на самом деле. Не нужно никаких картин, а нужно просто познавать. Дело заключается в том, что вот у меня в книжке доказана общая теорема, что все в этом мире создано разумом. То есть разум создал определенные проекты, и по этим проектам все в этом мире развивается. И сам мир, вот, например, если вы чуть-чуть измените параметры там фундаментальных частиц, то этого мира просто не будет. То же самое можно доказать и относительно формирования разума. Я вот недавно мне прислали просто такую фразу из интернета, что мир, разум действительно, так сказать, создан высшим разумом. Это действительно так. То есть случайно это возникнуть не может. Эволюция, там эволюционно это происходило или сразу, мгновенно появился человек разумный. Мы этого пока не знаем. Это мы должны изучить. А это просто ковыряние в основу. Один одно говорит, другое другое. А мы знаем фундаментальные вещи, что все, что в этом мире есть, в том числе и разум человека, было заложено при его основании, и он прошел соответствующую программу, которая была там заложена. И наша задача сегодня – это познать эти программы и научиться тоже это делать. Собственно, сегодня люди и пытаются это делать. Сегодня это называется вот технологиями IT, это искусственный интеллект. Но с моей точки зрения, на этом пути мы решения не найдем. Мы никогда не сформируем на этом пути
истинный интеллект и тем более разум. Потому что открытие изобретения делает только человек, правильно? Ну, как естественно, разумный. Сделать открытие, да. Он познает этот мир, познает. А высший разум его создал, а мы должны познать законы этого мира, жить по этим законам. Это встать на путь Божий, как говорится. А? Встать на путь Божий. Ну, естественно, можно так сказать, какая разница, как. Ну, там заповеди вот эти соблюдают. Ну, да, то есть создал высший разум, Бог-Отец. Вот это надо усвоить, это есть строгая теорема. Ее можно доказать. А задача человека – познать эти законы, не валять дурака, а жить по этим законам. Тогда будет меньше крови. Я все время это долдоню. А вот Эйнштейн говорил, что вот этот высший разум, как-то он по-другому это называл, что это не личность. Так нет, но этого мы тоже пока не знаем. Ну, некоторые воспринимают его как большого человека. Ну, нет, ну, мало ли кто чего воспринимает, да. Чего об этом говорить. А раньше это законы природы. Раньше это был, я всегда говорю, Александрийская библиотека, потом, значит, более крупные библиотеки. Сейчас это интернет. И как он дальше будет развиваться, какие у него будут формы, мы этого пока не знаем. Мы должны стремиться к познанию этого дела. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, вот Ленин говорил, советская власть плюс электрификация всей страны. Да. Как вы к этой фразе относитесь? Очень положительно, потому что я, собственно, этим и занимаюсь. Вот. То есть самая чистая энергия – это электроэнергия. И в технологиях ядерных, релятивистских технологиях, там будет только электричество и больше ничего. Очень интересно. Игорь Николаевич, спасибо вам большое. Мы подготовим еще вопросы. Вы настроены, чтобы мы еще раз встречались? Да ради бога, какие проблемы. Потому что там я готовлю вам такие вопросы. Есть даже каверзные, смешные вопросы. Но я хочу вам сказать, вы так всколыхнули такое количество людей. Все делятся, во-первых, пожеланиями вашего здоровья. Ну, вот это бы, конечно, неплохо было бы. А то очень противно жить, как все время харкать. Вот он мой любимый агрегат. Да. Ну, мы делаем иголочку, точку на игуань, потому что раньше мы делали точки там даджо, делали точку хэгу, меньше влияло, а точка на игуань лучше влияет. Мы так измеряем, потому что из 2000 точек надо подобрать иглотерапию, это серьезное дело. Мне очень приятно, и я считаю, что очень удачно мы с Хасаем познакомились, потому что в нем сочетаются два качества. Во-первых, он очень хороший врач и, так сказать, помогает мне с лечением. А во-вторых, с ним очень хорошо беседовать, поскольку он поднимает чрезвычайно актуальные темы, которые, так сказать, мы выносим на общее, так сказать, обсуждение и разбор. Да, чтобы донести до каждого. Да, приятное с полезным сочетаем. Приятное с полезным. Моя личная задача, вот я занимаюсь внутренними процессами, там тоже электричество, вот когда мы в точку попадаем, током ударяет, и радиация идет. А радиации, слава богу, там нет. Иррадиация, феномен отдачи. ТЧИ называется по иглотерапии. А Игорь Николаевич занимается внешней энергетикой, внешней. И вот наша связь, она такая... Может быть, это как раз высшим разумом, конечно, предусмотренное. То есть мы не случайно задружились, потому что с разных сторон освещаем одну и ту же проблему, очень важную сегодня для каждого человека. Вот сейчас у нас на Курской, там, в Курске произошли события, там тоже все спрашивают. Мне вот все время звонят из Европы. Да. Говорят, что Курская станция не охраняется, там нет ни одного человека, и очень боятся, что ее взорвут. Да. Поэтому на какие провокации сегодня эти болваны, которые наверху сидят, вообще трудно даже себе представить. Потому что даже сам факт, что война началась на территории России, меня просто потряс. Как можно было это допустить?
Ну, потому что они не регулируют, наверное, это высокое Да нет, начальство. потому что они слушают то, что им прикажут из Штатов. Вот в чем все. Деньги-то все там. Вот сейчас я опять увидел этот министр обороны новый, устроил скандал в Думе. Дети всех этих подонков сидят там, а завтра вот будут голосования опять за Единую Россию. Начнут голосовать. О чем люди думают вообще? Нам надо удержать наш канал, чтобы не выключили, поэтому мы не касаемся политики, мы не политикой занимаемся, мы занимаемся разумом. Поэтому, друзья, пишите комменты, пожалуйста, еще вопросы, потому что через несколько дней Игорь Николаевич будет у нас в гостях, и мы тогда подарим ему уже белую ромашку, вторую, потому что белая ромашка... В Москве повешу. В Москве повесит, потому что белая ромашка – символ солнца, символ энергии, символ жизни. Что мы будем делать без энергии? Ничего не сможем сделать. Поэтому пишите. Мы все это систематизируем, передаем, выделяем оттуда наиболее важные вопросы, повторяемые. Игорь Николаевич вот на них отвечает. Спасибо вам большое, друзья. Пишите. До встречи.